Ух ты шо, вот это да. Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Все давно хотели вот такие водные взрывы, поэтому сегодня повзрываем топовых петард. Смотрите, сколько принес интересных штук. Повзрываем, будет очень интересно. Кто не видел предыдущие ролики со взрывами петард в воде, обязательно рекомендую к просмотру. Что ж, давайте закинем первую петарду. Вот такая у нас петарда. Не помню, как называется, но, короче, кто взрывал, отпишите. Может быть, кто знает. Так. Пошла на дно. Есть. Есть взрыв. Так. Давайте теперь вот такой супер бенджер забабахаем. Так. Супер. Такс. Есть КП-1000С. Слабенькая, но в воде взрывается. Есть взрыв. Такс. К-1000 тоже очень маленькая, но супер мощная. Так, есть контакт. Давайте, пожалуй, закинем розочку. Посмотрим, как она крутится. Отлично, мне нравится, когда розочки взрываются. Напишите в комменты, вам нравится взрывы розочек или нет. Так, ну что, давайте дальше взрываем что-то. Так, давайте выберем. Можно бабахнуть. Так, давайте сразу выберу какие-то разные, те, что мы еще не взрывали. Так, П-23. Старался брать только такие, что взрываются в воде хорошо. Так, вот это джамба. Так, есть у нас максемовская. Супер мощная. Так, и вот такая вот капсула. Так, остальные потом. Давайте капсулу. Ничего, так смотрите, сколько дыма после нее. Хорошо. П-2000. Фу, дымище. Вот это дымище. Фу, жесть. Так. За ней пойдет П-2000. Вот это да. Топовые взрывы. Так, следующее. Так, следующий будет джамбо. Вот так булькнул джамбо. П-23. Ого, аж земля затряслась, ребята, аж подкинула меня. Есть, топ. Так, давайте какую-то большую выберем, вот такую, например. Так. Что тут у нас? Где-то здесь был красный. Ага, вот он. Вот такой Корсар 8 красный. Так. Давайте еще розочку. No Limits. Что еще такого? К-1000 топово взрывается. Так, еще есть вот такая кобра и бенджеры. Бенджеры очень крутые, поэтому будем их бабахать. Так. Блин.
куда-то закинул. Не туда. Дым капец долго рассеивается. Так, давайте забабахаем вот такую кобру. Ого. Тоже под водой зашло. Так, еще бенджер. Ничего так, взрыв. Так, розочка. Заглушка. Такс. No limits. Ух ты шо, вот это да. Мощный взрыв. Что, придется ждать, пока рассеется, чтобы было видно остальные взрывы. Топовая. Вот это, блин, ноулимитс, конечно, мочит. Я люблю такую дождевую погоду взрывать, чтобы было очень много дыма. Тогда очень классные эффекты получаются. После взрыва нескольких петард просто дымовая завеса, короче. Так что, если хотите таких роликов, пишите. Буду обязательно для вас такое снимать. Что ж, давайте дальше. Так. К-1000 где-то тут. К-1000 тоже так не, ничего так взрывается на воде. Так, еще бенджер. Отлично. Пошло. Так, пора бы закинуть вот такой Корсар 8. Смотрите, ребят, когда бросаете воду, лучше сразу фитиль поджигать, но сразу бросать. Потому что подержать в руках, это, короче, добру не доводит. Лучше сразу, короче, такое бросать. Если вы поджигаете сразу фитиль, тогда петарда точно не утонет, точнее не намокнет. Вот это да. Так, давайте еще что-то. Так, не взрывали П2000. Давайте жук двухзрывный попробуем. Взрывается или нет, как думаете? Так, положу пока эти в карман. Такой жук. Один только успел взорваться, но ладно. П2000. Так. Вот так. Так себе. Не очень. Мне больше нравится, когда на поверхности взрывается. Так. Давайте. Давайте еще что-то. Ага, так, у меня тут в кармане же было вот это вот. Red Devil. Очень прикольная. Попробуем ее бабахнуть. Есть. Так, что у нас тут? Еще такого интересного. Так, кобра было. Это был... Ага, П200. П200 не было. И вроде бы все остальное мы уже затестили. Так, ну давайте П200 и последнюю большую. Изрю. Так, ну что, и последнюю вот такую мощную петарду ПТ-3 семерки. Посмотрим, взорвется или нет. Интересно, тонет, не? Да, тут. Ух ты шо, вот это бабануло. В общем, если хотите, чтобы я еще пришел сюда, повзрывал таких мощных петард, пишите, обязательно приду.
возьму каких-то еще петард. Будет очень интересно, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. А также подпишитесь на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят тоже топовые видосы о пиротехнике, как и здесь. Очень интересные и насыщенные, рекомендую посмотреть. Будете смотреть топовые ролики, если подпишетесь на мои каналы. Всегда выпускаю видосы часто, чтобы вы посмотрели супер взрывы петард. Очень интересные, поэтому рекомендую подписаться. И обязательно нажать на колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления по поводу новых роликов. Пишите, какие петарды брать на следующий тест. Пишите, какими петардами закупаться, что показывать в распаковках, вообще какую пиротехнику покупать, все пишите. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании. Смотрите здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.